Я вышел размяться, просто. Чувствую, тело ноет. Надо его размять. Просто иду быстрым шагом. Куда глаза глядят? Не планирую. Направление не планирую. Блин, я думал раньше выйти. Ну вот дождался темноты, блин. Куда мне сейчас? Вниз, наверх. Мне как-то сейчас все равно куда идти. Так, магазинчик, мимо которого сейчас прохожу. Там цены были всегда завышены, сколько я туда заходил. У меня вообще были планы сегодня на природе пройтись. Вот, но это когда было светло. Было бы сейчас светло, я бы туда пошел. А сейчас что мне делать в темноте? Я пойду, наверное, на турниках позанимаюсь. Опа, тут на стадионе смотрю конкретные обновки. Что-то делают. Лотки поставили. Неужели там торговать чем-то будут? Ну, эти табачные лотки, сигареты, жвачки. Неожиданно, честно говоря. Я уже подхожу к турникам, какие они есть скромненькие, но больше не надо. Турники, бруси. Что, этого не хватает, чтобы нормально позаниматься? Конечно, это хватает. Тем более, мне точно это хватает. Потянуться, там, что еще делать? Потянуться, отжаться на этих, как они называются, бруси, наверное. Ну, сейчас что-нибудь тут соображу позаниматься. Ну все, я позанимался, иду теперь домой, направляюсь. Ну это улица Косякея, по которой я сейчас иду, Мирон Костин. Может что-то и будет видно? Надо было воду сегодня купить, я не купил. Может еще выйду, не знаю. Ну чего у меня такая слабость? Так все ноет. Хочу жаловаться, так все ноет мышцы. В магазин зайти мне, не знаю, купить что-нибудь. Пожрать, отравиться чем-то. Это надо кружочек еще делать. Ну как, надо просто увеличить себе путь. В Ринелло зайти. Как я мог повернуть бы? А в общем-то я уже увеличил себе путь. Самый короткий это был бы повернуть в самом низу. А в этой линии вообще ничего нету. Настроение сегодня никакое. Никакое настроение сегодня. Вообще ни настроение, ни самочувствие, все ломает как-то. Слабость. Вот так. Еще и холодно как-то. О, тут кофе-пати. Не знаю, у них там чай есть вообще или нет. Не нравится, что там нет этот ларёчек. Сука, я хочу молчать. Может, я помолчу, а? Может, помолчим? Побудем на связи. Молча. А? Ну, это тоже общение. Все молчать, это тоже общение. Сука, мне руки так неудобно сейчас. Вообще разговаривать по телефону в мороз неудобно. И ухо замерзает, и рука замерзает. Сейчас руку поменяю. Ой, не знаю, мне какая-то муть в голове сейчас. Что не скажу, кажется, что зря. Что не скажу, кажется, что это только... Что дальше от... От какой-то сути. Твердая замерзшая земля, хоть чисто. Вот в мороз гулять все-таки приятнее, чем при любой температуре или при плюсовой. Немножко холоднее, конечно, но грязи-то нет. С какой стороны мне?
Да они просто развелись. По примеру Линелы. Я уже накупил этих чаев достаточно. Но притормозить пока с покупками надо. Вчера белый чай купил. До этого еще два китайских. А еще у меня есть, так как его мате. Я уже почти дома. Я так замерз. Ну сейчас, когда мы приду, мне сразу жарко станет. Да у меня уже сопли текут с носа. Меня слышно хорошо? Да это вроде не так уж холодно, судя по градуснику. Но я совсем замерз. Это не так холодно. У меня градусник завышает, но я знаю насколько. Сейчас минус один, минус два должен быть.